расскажите, собственно говоря, что произошло и, ну, то есть это самовозгорание или это поджог? Поджог, уже двоих задержали. Там у вас в офисе, ну, как бы, вроде как велосипеда, они были на велосипедах? Один был на велосипеде, точно. Ну, можем сейчас пойти посмотреть велосипед. Будет. Явно видно, что это велосипед не случайно. Да, так, Жань, а как вы думаете вообще, с чем это связано? То есть, ну, еще машину вам, по-моему, не жгли в Одессе, да? В Одессе еще не жгли. Ну, в Одессе. Вариантов два. Либо это просто сепаратисты бушуют, либо это все-таки по заказу ОПГО. Я думаю, что в ближайшее время мы это узнаем. Пойдемте, покажем велосипед. Да, спасибо. Вот это он, да? Да, видите, его обклеили, чтобы не видно было надписи. Угу. Но еще вот такой момент не видел, ну, я, да, да, у пересечных велосипедистов вот такие вот штучки. Ну, ножичек. А вот, ну, когда его поймали, что он говорил? Что он... Если бы мы его поймали, он бы все рассказал. То есть это не вы его, да? То есть его полиция поймала. К сожалению, поймали его не мы. Его полицейские поймали. Да. Вы были в офисе, да, когда машина загорелась? То есть там коктейль, я так понимаю, да? Хорошо.